Село Лесное Судакского городского округа. На невысоком холме в центре села в окружении горных вершин стоит памятник над братской могилой, в которой перезахоронены останки партизан, десантников Судакского десанта 42 года и местных жителей, погибших от рук немецких оккупантов. На бетонной стеле изображены солдат, матрос и партизан. Они стоят прямо и уверенно, сжимают в руках пулеметы, готовые мгновенно броситься в атаку. Активные действия партизанских отрядов в районе Лесного начались в ноябре 41 года. Тогда гитлеровцы принялись спешно вырубать широкими полосами лес вдоль шоссе, но партизаны подорвали мост между Переваловкой и Лесным и стали нападать на вражеский транспорт. Без боевого прикрытия противник не осмеливался ездить по дороге Грушевка-Судак, что в итоге увеличило шансы для высадки судакского десанта в начале 42 года. О них, известных и безымянных героях ушедшей войны, мы помним.